Дима Родионов, и это How to Rock to Fake специально для райдерс. Будет намного проще, если ты уже умеешь дропать, то есть съезжать. Но можно и без этого, достаточно просто уметь ездить в рампе. Подъезжаешь к краю радиуса, закидываешь переднюю подвеску за копинг. Стоишь некоторое время, при этом задняя подвеска находится в радиусе. Далее переносится вес на заднюю ногу, съезжаете обратно в рампу. Самое сложное в начале – это понять, насколько нужно перенести вес на заднюю ногу, чтобы вытянуть переднюю подвеску. Весь вес должен остаться в рампе, а заднюю ногу надо давить не очень сильно, чтобы не воткнуться тейлом. Во время схода на долю секунды ты оказываешься на мануале. Поэтому как только передняя подвеска оказывается под копингом, сразу переносите вес на переднюю ногу и уверенно ставите ее. Трюк не сложный, но вначале страшный. Обязательно пробуй его с разными вариациями. Например, 180 бэксайд и 180 фронтсайд аут. Это будет уже называться рок-н-ролл. И это будет уже совсем другая история.